У меня два вопроса. Первый. По вашему мнению, как будет развиваться ситуация с русскими евреями и с притеснениями евреев вообще? И если говорить о еврейских бедняках и неортодоксальных евреях, если бы у вас сейчас были те ресурсы, которые есть у Федерации, смогли бы вы осуществить свои проекты? И второй вопрос. Подождите. Одну секунду. Я не очень понял вопрос. Вы имеете в виду, как бы сегодня обстояли дела, если бы действовала Еврейская лига обороны? Да, если бы все развивалось по вашему плану. Когда мы основали лигу, федерации просто не давали денег религиозным школам. Очень сложно жить сегодня и понимать, как все было 20 лет назад. Тогда у федерации не было никаких программ против бедности среди евреев. Они не существовали. Евреи в Восточном Нью-Йорке, Браунсвилле, в Южном Бронксе, в Бостоне, в Филадельфии и так далее жили в постоянном кошмаре. Это был кошмар. Конечно, во многих отношениях действия Лиги были незаконны. Конечно, мы нарушали закон. Естественно, а как иначе можно было сдвинуть с места этих жирных и могущественных людей? Мы захватили и удерживали офис Федерации 5 дней. Мы отвечали по их телефонам: «Шалом, Еврейская лига обороны». Истина в том, что тогда меня арестовали, оштрафовали и так далее, но сегодня федерации все-таки дают деньги религиозным школам. И сегодня уже действует еврейская программа против бедности, и это хорошо, и им нужно отдать должное. Но известно ли вам, кто начал все это? Когда некоторые раввины-активисты приковывают себя наручниками к советскому посольству, это потрясающе. Но я знаю, как это началось. Потому что, когда мы делали это в 1969-м, все нас осуждали. Все. Реформисты, консерваторы, ортодоксы, гомосексуалисты. Все нас осуждали. Абсолютно все. Сегодня мир был бы другим. 250 000 советских евреев выехало. Это потрясающе. Сегодня я восхищен видеть в Jewish Press объявление «Помогите нам накормить русских евреев», которые дают те же группы, которые осуждали нас за то, что мы помогли выехать этим евреям, чтобы теперь они могли их накормить.